Уходящий год для Академии и Федерации тенниса Рязанской области стал одним из самых результативных. Достигать высот ребятам не помешали ни пандемийные ограничения, ни политическая ситуация в мире. Начнем с того, что Анастасия Гасанова, которая с 2015 года занималась в нашей Академии, вышла в основную сетку открытого чемпионата Франции, легендарного Ролан-Гаррос. Попасть в квалификацию любого из четырех турниров «Большого шлема» – это уже большая удача для любого молодого спортсмена. А Настя, благодаря своему таланту, перешагнула этот рубеж и теперь входит в топ-150 лучших спортсменок мира. А еще в этом году выдающегося результата добилась Александра Малова. Она победитель личного первенства России по теннису до 15 лет. Титова Маргарита заняла третье место. В парном разряде девочки завоевали серебро и, получается, собрали полный комплект наград. Парни, кстати, тоже не отставали. В командном первенстве России до 15 лет сборная команды девушек Рязанской области завоевала серебро. Наши юниоры взяли бронзу. В командном первенстве России до 13 лет команда девушек – третье место. Всероссийская спартакиада учащихся 2022 года команда девушек заняла третье место. Победители и призеры итогового турнира «Олимпийские надежды России». Первое место до 15 – Александра Малова, второе место до 13 – Ксения Чебелева, второе место до 17 – Владимир Бузаев. Есть пьедесталы и на международных стартах. G4 и ТФ в Армении – второе место Василиса Куприянова. W15 – ИТФ в Египте, второе место Елизавета Масная. Это далеко не полный список достижений спортсменов Академии Озерова. Каждую неделю воспитанники становятся победителями и призерами турниров различных категорий. В сборной команде Рязанской области 41 спортсмен. 8 из них – члены сборной команды России по теннису. База Академии отвечает стандартам проведения международных и всероссийских турниров. А в этом году Академия провела 30 турниров российского теннисного тура.